Хорошо, я пока включаю, то расскажу историю, почему это все так произошло. Короче, познакомившись с Рудольфом, в скорое время он мне дал пачку такой бумаги, на которой была текст либретто рок-оперы «Пророк Моисей», написанный давным-давно еще. Вот, а поскольку жанр рок-опера, в общем, меня всегда интересовал, я пытался что-то по этому поводу придумать, какие-то фрагменты. Вот, это еще такая совсем свеженькая, в общем, сыренькая. Вот, но, тем не менее, работа началась, и действительно, может быть, когда-нибудь звезды сойдутся, Бог там будет за... Деньги найдутся, и, может быть, когда-нибудь эта опера будет записана и написана. Все мои начинания сбываются. Короче, вы первые слушатели некоторых музыкальных фрагментов этой будущей оперы. Это вот фрагмент вступления. Thank you.
Библии сцена у фараона во дворце, диалог фараона и его советника. Они говорят об опасности, которая потенциально несет им Моисей. То есть, ну я просто рассказываю по сюжету, представьте себе, дворец фараона. И вот, значит, советник говорит ему. Советник. Всего лишь первый опыт.